Без помощи не останется ни одна ивановская семья. В мэрии подвели итоги 11-го благотворительного марафона «Ты нам нужен». Всего на рассмотрение специальной комиссии от родителей особенных детей поступило 116 заявлений. 5 из них отклонили по причине отсутствия ивановской прописки. В общей сложности насчет марафона, который проходил с 31 марта по 6 апреля, поступило 5 181 427 рублей. На организацию, сувенирную продукцию, на рекламу ушло 160 тысяч из этих средств, и на услуги банка заложено 12 тысяч. Значит, всего к распределению 5 009 427 рублей. Помимо этого, благотворительную поддержку оказали частные клиники. Они согласились бесплатно принять детей на обследование и реабилитационные процедуры. Департамент здравоохранения, в свою очередь, помог в получении санаторно-курортного лечения. Я не знаю, как это получается, что родители или не знают, или не доходят они до департамента, или они не знают своих прав. Но, вот посмотрите, значит, некоторые родители просили деньги на выделение путевок. Мы поработали хорошо с департаментом. И на сегодняшний день, значит, департамент готов выделить около 27 санаторных путевок. Оргкомитет марафона постарался сделать так, чтобы благотворительная акция превратилась в большой праздник и запомнилась минимум на год. За неделю марафона на различных городских площадках состоялось более 300 мероприятий. На многих из них непосредственными участниками стали ребята с ограниченными возможностями здоровья. Самое ценное – это даже не количество мероприятий, количество средств, а то, что погружение в эти проблемы помогло многим нашим горожанам по-новому взглянуть на эти проблемы и стать причастными к решению этих проблем. В этом году на марафоне «Ты нам нужен» было задействовано рекордное количество волонтеров – около 1000. Более половины из них – учащиеся школ. Хорошо себя проявили общественные организации и студенты колледжей. Не исключено, что благодаря такой обширной поддержке в следующем году удастся расширить перечень торговых центров, где будут работать площадки марафона. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.